В Бурятию прибыл федеральный бизнес-тренер. Под его руководством главы районов и поселений пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки. Нужна правильно подготовленная документация, нужно правильно оформлены все инициативы. И это тоже делают люди. Поэтому в стране, в государстве есть возможности, но этими возможностями нужно уметь пользоваться. А чтобы пользоваться, нужно, чтобы были люди подготовленные, которые бы знали, умели, хотели, верили, двигались, в общем, горели этой идеей развития своего района, развития своего поселения, республики. Ну и, безусловно, развитие района, развитие поселения республики не может без личностного развития быть. Поэтому то, что вы сегодня проходите дополнительное обучение, то, что вы сегодня сами развиваетесь, это меняет и вашу жизнь, и жизнь в республике. Управленцам предстоит создать проект по развитию территории. Проще говоря, в своем районе или селе им предстоит создать условия для привлечения инвестиций, которые дадут дополнительные рабочие места и доходы в бюджет. Обучение проходит в формате проектной деятельности. У нас внедряется агропарк на территории района, внедряются технологии по даже вот социальные отары, которые у нас под руководством Хамбаламы, да, внедряются. У нас она сейчас переходит в 100 овечек для сельских поселений непосредственно от нашего района. Вообще, ту информацию, те знания, которые мы получили на данный курс, они у нас внедряются успешно, в том числе наши сельские поселения. Первый этап акселератора завершится 5 марта. Обучение проходит на базе Института непрерывного образования сельскохозяйственной академии.